Здравствуйте! Вы смотрите канал «Эхокардиография доктора Смирнова». В этом видео мы разберем диагностику врожденного порока сердца, который называется аномалия Эпштейна. Давайте посмотрим на схему этого порока. При аномалии Эпштейна створки трехстворчатого клапана дисплазированы и смещены в полость правого желудочка. В результате вот этого смещения створок по направлению к верхушке сердца полость правого желудочка оказывается разделенной как бы на две части. Верхняя часть расположена над смещенным клапаном и является атриализованной частью правого желудочка. Образует с правым предсердием общую большую полость. Меньшая часть располагается под смещенным клапаном и, собственно, и функционирует в качестве правого желудочка. В парастернальной позиции мы видим, что левые отделы сердца несколько уменьшены в размерах. Сейчас стрелкой обозначена часть правого желудочка. И также мы видим движение створок трехстворчатого клапана. Представлена верхушечная позиция. Мы видим значительно расширенное правое предсердие. И сейчас стрелкой обозначена та часть правого желудочка, которая входит в состав правого предсердия при этом пороке, так называемая атриализованная часть правого желудочка. Режим цветового доплеровского картирования нам показывает наличие трикуспидальной регургитации. Струя регургитации довольно протяженная, но не сказать, что по объему она слишком большая, что очень даже неплохо. В режиме непрерывно-волнового доплера мы можем померить скорость трикуспидальной регургитации и определить градиент давления между правым желудочком и предсердием. Давайте посмотрим на замороженное изображение. Мы видим, что септальная створка трехстворчатого клапана довольно значительно смещена в сторону полости правого желудочка, ближе к верхушке расположена. Передняя створка значительно увеличена в размерах, дисплазирована. Ну и в целом трехстворчатый клапан находится на довольно значительном расстоянии, на довольно значительном удалении от митрального клапана, который сейчас обозначен стрелкой. Теперь посмотрим на изображение в режиме реального времени. В этой позиции неплохо видна оставшаяся часть правого желудочка. Правый желудочек небольших размеров и на изображении обозначен стрелкой. Давайте еще раз посмотрим на наличие трикуспидальной регургитации. Мы видим, что степень ее выраженности не очень большая. Представлено сечение по короткой оси. Мы видим расширение правого предсердия. Дисплазированный трехстворчатый клапан, и в этой позиции хорошо виден небольшой правый желудочек, его выносящий тракт и легочная артерия. В режиме цветового доплеровского картирования хорошо видно ламинарное движение крови в выносящем тракте правого желудочка и в стволе легочной артерии. Также, используя импульсно-волновой доплер, мы можем измерить градиент давления, посчитать давление в легочной артерии. Мы видим в данном случае нормальный спектр кровотока через клапан легочной артерии, который имеет форму такого равнобедренного треугольника. В заключение следует отметить, что диагностика аномалии Эпштейна при обычной трансторакальной эхокардиографии существенных сложностей не представляет. Если вас заинтересовало это видео, подписывайтесь на канал «Эхокардиографии доктора Смирнова», ставьте лайк, жмите на колокольчик.